Տարիների ընթացքում ձեռք եք բերում սեփականություն, ուտակում եք մեծ գումարներ, իսկ մտածել եք, թե ինչ է լինելու դրանց հետ ապագայում։ Լավագույն որակավորում ունեցող իրավաբան Մարիա Պրիմուշկոն իր բազմամյա հաջողակ փորձով կօգնի ձեզ ժառանգության փոխանցման, կտակ կազմելու և ձեր ունեցվածքն ապահով պահելու հարցում։ Estate planning, bankruptcy, personal injury և այլ իրավական հարցերով դիմեք MVP Law Group։ Ձեր ընտանիքի ապագան կախված է այսօրվա կայացրած որոշումից։ 818-788-7881 Այսուհետ Horizon հեռուստաընկերության հեռարձակումները դիտեք հետևյալ հարթակներում. Moidom TV, eWorld TV, HiNet TV, iBox TV, Amena TV, HD Zona TV. Ինչպես? Զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարին և պատվիրեք այս ծառայությունը, որն ի դեպ ունի բարձրակարգ սպասարկում, բարձր որակ և իհարկե մատչելի գներ. Այսպիսով, դուք հնարավորություն եք ունենում ձեր նախընտրած ծրագրերը դիտել ձեզ հարմար ժամին։ Պատվիրեք և վայելեք ձեր սիրելի հեռուստահալիքները որակյալ և հարմար տարբերակով։ Ես գտել եմ իմ սիրելի ալիքը, իսկ դուք։Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа MVP Law Group, ее ведущая и адвокат Мария Примушко. Как вы знаете, мы с вами обсуждаем темы, которые очень важны для наших комьюнити, нашего русскоязычного комьюнити. И сегодня я хотела бы затронуть тему, которая очень важна, особенно сейчас. Мы все знаем, что происходит в мире. Страшные события, мы не будем говорить о политике здесь, мы будем говорить о последствиях, которым это привело. Одно из последствий – это то, что в последнее время идет наплыв людей из стран, которые были, к сожалению, затронуты, из стран бывшего Советского Союза. Люди приезжают в Америку, чтобы получить защиту, убежать от войны, от убийств, от смертей, от несчастья и невзгод. Люди также бегут из Украины, из России, из Армении, из стран бывшего Советского Союза. Увеличилось намного количество людей, которые приезжают к нам сюда. И кто же эти люди? Эти люди в основном, что я увидела, не те, которые вынуждены были уехать или которые хотели уехать, а это люди, которые именно спасаются, спасают свою жизнь, жизнь своих детей и хотят их защитить и защитить их будущее. Поэтому это люди в основном образованные люди, люди, у которых были бизнесы, которые, к сожалению, пострадали, которых не существует, люди, у которых нету теперь дома, люди, которые разочаровались в своем правительстве и у которых их бизнеса уже не существует, люди, которые работали всю свою жизнь, создавали семьи, пытались их поддержать, создавали бизнеса. И теперь все это, к сожалению, не существует. И они вынуждены были приехать сюда. И в связи с этим я получаю много звонков от таких профессионалов. Это доктора, это IT-профессионалы, это инженеры, это строители, это учителя. Спектр профессий и образования очень обширен. Это кондитеры. То есть и люди, которые приехали, они не хотят сидеть и ждать милости от государства. Наши люди всегда хотят работать. Они хотят действовать. И вот получаю звонки, что делать. Как открыть бизнес? Можно ли открыть бизнес репатриантам, людям, которым приехали и не имеют ни гражданства, ни на данный момент вида на жительство, а считаются иностранными гражданами? Большинство уверено, 95% этих людей уверено, что они не могут или не имеют права открыть бизнес на территории Соединенных Штатов. И это ведет к тому, я уже несколько примеров таких видела, что вновь прибывшие ищут поддержки, помощи
к сожалению, часто это бывает, помощь не очень хорошая. И просят либо граждан Америки, резидентов Калифорнии, помочь им открыть компанию. И нанимают, платят деньги за то, что на имя другого человека открывается компания, потому что они думают, что они сами не могут, и начинает компания, бизнес действовать. К чему это может привести? Это совершенно не необходимая ситуация. Это я уже видела, что приводит к тому, что человек, который открыл на себя эту компанию, хозяин теоретически, практически этой компании, становится собственником, но вновь перебивший человек, который его нанял, грубо говоря, работает на него. Но что-либо случится с хозяином компании, это может быть его личное банкротство, это может быть развод, неполадки в семье, это могут быть кредиторы, которые имеют judgment, приговор суда на какую-то сумму денег против этого человека. То есть он в итоге отвечает активами этой компании или процентном соотношении. Но реально на бумаге это его компания, поэтому он вынужден продать, вынужден каким-то образом откупаться. То есть, первое, пожалуйста, не принимайте никаких решений до того, как вы проконсультировались с профессионалом. Вы знаете свои права. А basically права — это то, что любой гражданин, любой человек на визе, нелегал, может открыть компанию, бизнес на территории Соединенных Штатов, но мы сегодня будем говорить конкретно про Калифорнию. Что для этого нужно? Чтобы открыть компанию, вам нужно не так много. Это довольно-таки незамысловатый процесс, если знать, что делаешь, соответственно. Это можно сделать онлайн. Выходите на веб-сайт California Secretary of State. Первое. Обычно нужно зарезервировать имя. Вы должны придумать, как будет ваша компания называться. Можно зарезервировать, проверить, если такое имя уже существует. Если нет, можно его зарезервировать, заплатить минимальную какую-то сумму. Потом нужно оформить документы, организационные документы, которые зависят от формы бизнеса, который вы решили открыть. Это sole proprietorship или general partnership. Это корпорация, это LLC. Вот основные три формы видов компаний, которые можно открыть. То есть оформляете эту форму, платите пошлину и ждете, когда в штате пройдет процесс, организационный процесс, ваша компания будет зарегистрирована, вы получите номер вашей компании. Поэтому после этого и с этого момента этот бизнес официально открыт. Значит, вы можете начать действовать. Можно арендовать помещение под бизнес, можно закупать оборудование, можно открывать кредитные счета в банке и так далее. Но до того, как вы откроете счет в банке, вам нужно еще создать так называемый TIN Employment Identification номер. Это с налоговой службой Соединенных Штатов, IRS. Это тоже можно сделать онлайн, достаточно просто. Эта процедура займет у вас 5 минут. Но опять-таки надо знать, куда идти, что делать, вводить какую информацию. Потом обязательно вам нужно составить операционный документ, если это General Partnership, то есть это General Partnership Agreement, то есть договор между партнерами. Если это LLC, это Operating Agreement. И если это корпорация, то это Bylaws компании. Это по-нашему называется устав. Устав, учредительный устав компании, на основании которого компания действует и существует. В моих передачах я до этого... Мы говорили об этом, что очень важно, чтобы этот оперативный документ был создан правильно. Потому что вы можете компанию создать, есть бланки, которые можно просто нажать, ввести имена, какую-то информацию, принт, и вам выйдет стандартный документ. Но эти документы
не объясняют, не показывают те моменты, которые очень важно предусмотреть на будущее. Это основной базовый документ, который можно, когда вы оформляете, есть онлайн программы, как LegalZoom, допустим, там можно это сделать достаточно дешево. Но эти документы, они basic, они работают. Если для ваших нужд этого достаточно, вы можете их использовать. Но я как адвокат, естественно, рекомендую предусмотреть возможные варианты. Ну, поскольку я estate planning attorney, мне важно, например, права наследования. То есть в стандартном договоре это не прописано. Если что-то случается с владельцем компании или частичным хозяином компании, что происходит с его бизнесом или с его частью интереса в этом бизнесе? Кто его получает? В стандартном документе может оказаться, что второй владелец автоматически получает права на всю компанию. То есть это нужно предусмотреть, это нужно прочитать. Значит, нужно составить оперативный документ компании. Получить EIN, мы уже сказали, и открыть счет в банке. И с этого дня, как правило, вы можете совершать любые транзакции и любые манипуляции с вашим бизнесом, и удачи вам. Давайте теперь можем рассмотреть разные виды более подробно компаний, которые существуют. То есть начнем с sole proprietorship или general partnership. Это обычно, когда вот один человек, sole proprietorship, это один человек решил, вот я делаю бизнес. Из последних у меня это девочка, молодая женщина, приехала из России, она делает конфеты, удивительные конфеты, каждая конфета — это произведение искусства. Вот. И поскольку она работает, можно сказать, со своей кухней, она только приехала, привезла с собой оборудование, это я к тому говорю, что люди приезжают, которые хотят работать, которые хотят жить, которые хотят вырасти в этой стране. Она привезла свое оборудование и тут же начала работать, тут же и уже спрос на ее продукцию. Я сама большой фанат, очень все вкусно и красиво. Ну так вот, для нее достаточно создать sole proprietorship. То есть она сама работает, она сама ездит, закупает продукты, из них делает конфеты вкусные, сама продает. Вот. Много для этого не нужно, и вы платите разные компании, зависит налогообложение. То есть sole proprietorship, просто она работает, этот человек работает, платит налог как и на свой индивидуальный доход. Если это партнерское соглашение, general partnership, если два физических лица решили вместе работать без создания компании, то это general partnership, и каждый из них отвечает по налогам в зависимости от процентного соотношения, что они получили как часть их доли. Вот. Но что надо отметить, что такой вид бизнеса, как sole proprietorship / general partnership, это не защищает вас лично от ответственности за какие-то, за negligence, за то, что, допустим, возьмем конфеты, да, то есть если эта девочка сделает конфеты, и они будут испорчены, или туда попадет какая-то кусочек косточки, я не знаю, чего, покупатель, который приобрел эти конфеты, укусит, сломает себе зуб. То есть теоретически мы находимся в стране, где первым делом мы все идем судить друг дружку. Вот. Если кто-то, пострадавший клиент, предъявит иск к хозяину бизнеса, то sole proprietor отвечает персонально всем, что у него есть. Поэтому это такая категория, где бизнес должен быть либо с наименьшими рисками связан, либо если вот у хозяина этого бизнеса нету никаких много собственности, то есть нету выплаченных домов, счетов, других бизнесов, то есть нечего взять, тогда это можно предусмотреть. То есть это больше работает на
очень среднего предпринимателя. Сейчас мы вернемся на рекламную паузу, а потом продолжим нашу беседу. Տարիների ընթացքում ձեռք եք բերում սեփականություն, ուտակում եք մեծ գումարներ, իսկ մտածել եք, թե ինչ է լինելու դրանց հետ ապագայում։ Լավագույն որակավորում ունեցող իրավաբան Մարիա Պրիմուշկոն իր բազմամյա հաջողակ փորձով կօգնի ձեզ ժառանգության փոխանցման, կտակ կազմելու և ձեր ունեցվածքն ապահով պահելու հարցում։ Estate planning, bankruptcy, personal injury և այլ իրավական հարցերով դիմեք MVP Law Group։ Ձեր ընտանիքի ապագան կախված է այսօրվա կայացրած որոշումից։ 818-788-7881 Вот, мы затронули момент персональной ответственности, so в general partnership или в sole proprietorship она существует. Что ведет нас к следующему пункту? Как себя защитить? Для этого нужно уже создавать компании. Это начнем с корпорации. Здесь существует два вида корпорации. Это C-корпорация и S-корпорация. Чем они отличаются? В общих чертах отличаются типом налогообложения, то есть сколько вы заплатите налогов. C-корпорация обычно это более объемные корпорации с большим оборотом продаж или услуг, кто чем занимается. Она такая C-корпорация, то есть сначала платится налог со всего валового оборота, то есть что со всей прибыли, а потом еще хозяин или акционер этой корпорации платит налог на то, что он заработал в этой корпорации. То есть идет, грубо говоря, не точно, но грубо говоря, двойное налогообложение. Это нужно делать в определенных случаях. Но чаще всего клиенты, которые более среднего, бизнесы более среднего уровня, выбирают S-корпорацию. S-корпорация налог S-корпорация не облагается налогом на федеральном уровне. И вы показываете прибыль как свой собственный доход. То есть она переходит с корпорации на вас, эта прибыль. Довольно-таки проще это все делать, потому что, допустим, на федеральном уровне налог 21%, и в Калифорнии больше 8, почти 9%. А в S-корпорации это называется pass-through entity. Весь доход, который вы получили, вы оформляете на свою налоговую декларацию, регистрируете и платите уже налог оттуда. Вот. В Калифорнии минимум, что корпорация обычно платит, это ежегодно $800 за то, что она существует и имеет свой доход, и плюс 1,5% от чистой прибыли, которую имеет эта корпорация. Что еще важно отметить, что обязательно платить еще налог городской. То есть, например, город Лос-Анджелесе, каждый бизнес после оформления налоговых деклараций должен заплатить city license fee за право ведения бизнеса в том или ином городе. То есть, ну, как видите, налогами нас пытаются обложить со всех сторон и всегда, но это надо знать. То есть лучше всегда проконсультироваться либо с адвокатом, либо с CPA, ну, кому вы доверяете, ваш профессионал, чтобы вам дали дорожку, что делать и как. Следующее – это корпорация. То есть корпорация защищает вас лично. Ну, очень важно правильно вести корпорацию. Нельзя создать корпорацию, открыть счет и использовать этот счет, допустим, для своих нужд, оплачивать детский садик для ребенка с корпорации, рент за дом и так далее. Потому что тогда уничтожается этот момент, что вы не являетесь хозяином этой корпорации. Потому что если против вас, как акционера, как хозяина бизнеса, допустим, наши конфеты мы теперь производим на уровне корпорации. То есть если кто-то поломает зуб об эту конфету
и начинают судить корпорацию, не хозяина, а корпорацию. И внутри, соответственно, хозяин может сказать, да, у меня есть 5 выплаченных домов, 3 машины и так далее, много своих ресурсов, но за этот зуб отвечает только корпорация. То есть что находится, страховка корпорации, assets, то, что сумма, чем владеет корпорация и так далее. А лично человек не будет отвечать. Вот этот плюс корпорации в этом, что личное не подпадаете под ответственность. Но важно вести дела правильно, потому что здесь каждый год, на протяжении года нужно собирать собрания акционеров, принимать решения те или иные. То есть любое решение должно быть официально прописано. Секретарь собрался, все акционеры собрались, решили, постановили, резолюция, и в папочку подкладываем это решение. Поэтому, когда, если придет, кто-то захочет судить самого хозяина или shareholder, акционера этой корпорации, то они не смогут проследить связь, что вы держите эту корпорацию как свой задний карман. И тут процесс называется Pierce Corporate Veil. Это если кредитор хочет взять, грубо говоря, за шкирку хозяина или акционера, у них это не получится, если бумаги и все процедуры ведутся правильно. Следующее, мы перейдем к такому понятию, такому виду компании, как LLC. Limited Liability Partnership. Это такая структура тоже защищает хозяев от персональной ответственности. И это что-то среднее между корпорацией и товариществом, partnership agreement. А также не облагается налогом на федеральном уровне. И можно, опять-таки, правильно должен быть составлен оперативный договор. Вы должны нанять себе CPA, бухгалтера, который будет вести ваши налоги правильно, который знает, как работать с LLC, который будет знать, как возможность уменьшить доходы, найдет лазейки, чтобы ваш бизнес процветал, а не задохнулся под налогами. Вот, собственно, много приезжает людей с деньгами и решают инвестировать. Сейчас растет бум недвижимости у нас, как мы все знаем. Цены на недвижимость очень выросли, идет инфляция, поэтому люди выбирают, чем деньги лежат, или какой-то непонятный бизнес, который может прогореть, лучше мы будем инвестировать в real estate, то есть покупать дом, чтобы впоследствии можно было его либо сохранить, либо перепродать, потому что, ну, это, как известно, недвижимость – самый лучший бизнес, стабильный, со своими... Иногда падает цена, но все равно возвращается и не упадет ниже стоимости, что вы купили, как правило. Но мы на это надеемся, говорят, грядет рецессия. Вот, и рекомендовано, если вы решили заняться инвестированием в недвижимость, это не покупать дома на свое личное имя, а покупать дома на LLC. То есть сначала мы создаем компанию LLC, потом на эту компанию покупаем дом. Ну и, естественно, желательно это все завершить составлением Living Trust, который это еще все в себя включит, чтобы не было вопросов впоследствии в случае вашей недееспособности или смерти, чтобы ваши близкие, ваши партнеры все знали, что происходит, никто не суетился, вы защитили всех своих близких. Вот, значит... Недвижимость, мы создали LLC. Желательно также, чтобы каждый вид бизнеса, будь то real estate или какие-то бизнеса отдельные вы создаете, чтобы они не были на одной корпорации. Бывает, людям, я часто слышу
что люди не хотят платить 800 долларов каждый год только за то, чтобы эта компания была открыта, корпорация или LLC. Но, вы знаете, нужно взвесить за и против. Чем вы рискуете, имея одну корпорацию или LLC и под ней множество бизнесов? Или вы платите 800 долларов за каждый отдельный бизнес, но вы таким образом ограничиваете ответственность свою и других бизнесов от потенциальных кредиторов. А судить у нас любят все. Например, я приведу реальный пример из своей практики. У меня клиентка, которая как раз инвестирует в недвижимость. У нее более 10 домов. И вот ей было жалко, не хотелось очень платить 800 долларов за каждую LLC, в которой я рекомендовала, что вот на каждый отдельный дом, которым вы владеете, есть отдельная LLC. Вот. Она не захотела это сделать. В результате эти дома, соответственно, сдавались в аренду. В результате один из жильцов подал на нее в суд за, ну, неважно, там, за alleged отравление асбестом или ну, какие-то медицинские вопросы. Размер иска был около миллиона долларов. Сам дом стоил на тот момент где-то 700 тысяч. Страховка ее покрывает 500 тысяч. То есть поскольку на этом LLC, который начали судить, было несколько домов, то потенциально все эти дома отвечают. То есть если выиграет суд истец, то они имеют право получить один дом, ну, страховку, и плюс она будет вынуждена продать дом или продать любую другую недвижимость, чтобы выплатить сумму своего долга. И это совершенно некрасиво и неприятно, и не нужно, что самое главное. Ну, конечно же, после этого инцидента она меня попросила сделать так, как я рекомендовала в первую очередь. И мы открыли LLC на каждый конкретный дом. И сейчас она живет спокойно, зная, что, во всяком случае, каждый бизнес ее, что есть real estate, ограничен ответственностью и не зависит друг от друга. Это очень важно. Так, что бы еще мы хотели рассказать? Вот, важно еще, что в процессе, помните, мы говорили в самом начале, а как открывается бизнес? Это articles, это налоговый номер получить, открыть счет в банке. Но еще важно во время регистрации выбрать registered agent. Registered agent – это агент, грубо говоря, который в нашем штате, в Калифорнии, должен должно быть обозначено лицо, это может быть юридическое лицо или физическое лицо, кто ответственен за передачу информации от потенциальных каких-то госслужб, от кредиторов, от судов, истцов, на передачу информацию самим хозяевам или собственникам бизнеса. Без этого вам компанию не откроют. И ну, это может быть любое лицо, но которому вы доверяете, у которых есть свой физический адрес, и которое будет переправлять важную почту на ваше имя. Если вы открываете компании в любых других штатах, то также в тех штатах, соответственно, должен быть назначен свой registered agent, который будет ответственен за пересылку информации и важной коммуникации. Вот. Ну, вкратце, я думаю, это мы обрисовали общую картину, как должны быть открыты компании, как виды компаний. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь, буду рада ответить. И надеюсь, что ваши бизнесы будут процветать. Счастливо! С вами MVP Law Group и Мария Примушко.
Տարիների ընթացքում ձեռք եք բերում սեփականություն, ուտակում եք մեծ գումարներ, իսկ մտածել եք, թե ինչ է լինելու դրանց հետ ապագայում։ Լավագույն որակավորում ունեցող իրավաբան Մարիա Պրիմուշկոն իր բազմամյա հաջողակ փորձով կօգնի ձեզ ժառանգության փոխանցման, կտակ կազմելու և ձեր ունեցվածքն ապահով պահելու հարցում։ Estate planning, bankruptcy, personal injury և այլ իրավական հարցերով դիմեք MVP Law Group։ Ձեր ընտանիքի ապագան կախված է այսօրվա կայացրած որոշումից։ 818-788-7881 Այսուհետ Հորիզոն հեռուստաընկերության հեռարձակումները դիտեք հետևյալ հարթակներում. Moidom TV, eWorld TV, HiNet TV, iBox TV, Amena TV, HD Zona TV. Ինչպես? Զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարին և պատվիրեք այս ծառայությունը, որն ի դեպ ունի բարձրակարգ սպասարկում, բարձր որակ և իհարկե մատչելի գներ. Այսպիսով, դուք հնարավորություն եք ունենում ձեր նախընտրած ծրագրերը դիտել ձեզ հարմար ժամին։ Պատվիրեք և վայելեք ձեր սիրելի հեռուստահալիքները որակյալ և հարմար տարբերակով։ Ես գտել եմ իմ սիրելի ալիքը, իսկ դուք…